Поскольку ситуация непростая, мною было принято решение о переформатировании в какой-то степени управления государством. Поэтому и возник замысел усилить сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта для предупреждения таких устремлений. Я имею в виду для тех, кто перешел эту красную линию. Тут некоторые уже пописывают, что президент кому-то тут не доверяет. Поверьте мне, вы меня знаете не один год. Не доверяю я только предателям. Всем, с кем можно работать, я готов работать, переубеждать. Если хотите, по-мужски переламывать его, ставить на нормальные рельсы. У меня не было никакой Николи Фанаберостости. Я знаю, что я сам был не подарком для многих в жизни. Именно поэтому Юрий Хаджимуратович, как и Александр Петрович, направляются на важные участки работы в стране. В том числе, как я сказал Валерий Павлович, я ему благодарен, что, в общем-то, мог сказать, ну, знаешь, я уже отслужил свое верой и правдой, пойду на отдых. Нет. Я пойду на свою родину и буду ее защищать, пока жив. Это действительно достойно офицера и генерала. Вы можете спросить, почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем, это не проблема. Просто надо делать это красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы они, помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак.